Под Ярославлем собрались десятки молодых сотрудников полиции. В поселке Барок Борисоглебского района начался региональный слет. Каждый год на него приезжают молодые активисты из всех муниципальных образований области. Форум продлится 6 дней. За это время молодежь примет участие в спортивных, а также полицейских состязаниях. Таких, как, например, разминирование поля. В данном слете принимают участие 150 человек. Это молодые сотрудники полиции МВД России по Ярославской области и студенты молодежного областного отряда «Правопорядок». Предусмотрены туристические эстафеты и полицейские состязания, различные творческие конкурсы. По итогам слета будет выбрана лучшая команда.